remaining. Eho's turn to pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Terror bleed. Newbies turn to pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Alchemist! Раз, раз, раз. Да, ребят, всем привет. Не обращайте внимания, у нас тут неожиданно вырубился интернет, поэтому немножечко позже мы начинаем нашу трансляцию. Сейчас, гейм. Оп, сейчас мы найдем Каспера. Все, привет, Дим. Рома, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я уже всех представил, я думаю, ты тоже. Или нет? А, не, я тоже, да. Я только зашел, тут неожиданный интернет. Вот. Да, зашалил, все дела. У нас произошло то, что уже первый просвет Куланем потратил, он какой-то псих. Пошел бить Баунти Хантера ни за что. Отстань, окаянный. И вот по драфту. Дим, я уже свое мнение высказал. Давай ты скажешь свое, как раз ты не знал, не слышал, что я сказал. И будет интересно посмотреть, будут ли попадания. Сейчас, Роман, можно ли вас сделать погромче, а то вы у меня прям тихий-тихий. Не знаю, сейчас я вот микрофончик поправлю. Может, у тебя там просто нужно сказать, где-то подстроить. Ага. Потому что я толком вообще ничего не менял, ничего не трогал, от меня ничего не зависит. Если только наш режиссер не саботирует. Во, сейчас хорошо. Все, отлично. Замечательно, замечательно. Да, ну, в общем, по пику, что бы я хотел сказать, то, что для Ньюби пока довольно-таки хороший лайнап, потому что здесь мы видим и инициация, и хороший лейт в виде алхимика Лайстлера. Вслед за этим у них довольно-таки достойные линии, потому что я не вижу, каким образом могут Ехомы вообще постараться, ну, как бы эти линии убить. Там, да, там алхимик стоит, кидает точку, ему пофиг, в харде квапа. И что ты сделаешь к вапе, это рублей, там вообще непонятно. Там она в любой момент убегает от тебя. Ну и в легкой линии мы видим то, что Лайстлер
Так, БХ погиб от крипов. Лайфстилер — это герой, которого, по-моему, это один из самых таких крутых кэрри, который может терпеть, если пришла какая-либо дабла убивать его. Я вспоминаю еще времена, когда Сашку с Фаста могли на нем вообще отправить в сложную, там против триплы стоять. И тогда тоже все еще более-менее получалось. Ну, в любом случае, да, вот Террорблейд мне тут тоже еще не особо понравился. Я уже говорил, почему. Потому что хитпоинтов мало. Соответственно, что Квапа, то Леон, он просто сладкая булка для них. Да-да-да, и при этом, если брать вот момент фиксации, то фиксация здесь только одна. Это Тайдхантер. И при этом, если Тайдхантер свои нюки отдал, то потом ему будет, ну, как бы им тяжело будет догонять. Потому что он прекрасно понимает, что Queen of Pain, Алхимик, они смогут убежать, если захотят. Вот, по треками. И все это, естественно, по треками. Так что, ну, как бы, видимо, Юхомы под впечатлением прошлой игры решили сделать ставку на замес only. То есть им не так нужен контроль. Хотя и контроля было тоже достаточно у Ньюби в прошлой игре. И пока вот, чем они вывозят, это Enchantress. Enchantress гоняет. Гоняет довольно-таки серьезно. Ну, КПА была Healing Self, поэтому у него все там нормально в итоге. То есть он вернется на линию, там, баунти рунку он отжал. Правда, у меня на мини-карте Баунти Рунка по-прежнему нарисована, это вот под лаги, не обращайте внимания. Баунти Хантер ставит на линии вард, вполне агрессивный. Сейчас он будет пытаться найти курьера. Курьер, кстати, будет сейчас, и он его увидит очень-очень рано, если только не отвлечется в этот момент на Enchantress. Вот-вот-вот, все, он видит куру. Но нет, не стал туда бежать, не успевает. То есть решил немножко поэкспиться, получить второй уровень. Да, теперь вот интересно, где же Баунти Хантер будет вообще себя реализовывать, потому что здесь, как бы так вот, если посмотреть, то с Алхимиком особо каши в миде не сваришь. Ну, как бы он стоит, Вайпер стоит, естественно, он Вайпера убить не способен, учитывая то, что он максит, ну, качает монетку. И, ну, то есть здесь делать нечего. Вслед за этим сверху здесь стоит Эйдхантер, ну и тут вроде как Лайфстиллер с Венжерфул Спирит справляется. Ну, вряд ли им нужен третий герой, если ССС подойдет, его, скорее всего, и вдвоем заберут. Но можно попробовать, можно попробовать. Садить подобное. Вот. Извини, что я тебя перебью, но ты посмотри, насколько круто стоит сейчас Террорблейд вместе с Инчой на нижней линии. До квапы крипы не доходят вообще. У него счет 18 на 16, плюс Инча, как только видит, что линия начинает там сбиваться немного с темпа, она и крипов выводит, чтобы они подержали на одном месте своих. И, в общем, другие разные методы, то есть Queen of Pain в итоге, вот, казалось бы, ты говорил, что и сделает Террорблейд, но оказалось, он может просто не пустить к ней крипов. Да, ну, да, кстати, вот если брать Last Hit, вообще, в этом патче, если вот кто не знает, то Террорблейда подняли, у него стало еще больше армора, если вот посмотреть, вот, казалось бы, четвертая минута, стоит дядька, а у него 12 армора. И 12 армора, по идее, многовато, да? Для такой ну, минуты. Да, потому что там... Совсем плохие дела, если пытаться его убивать чисто руками. Вообще, вот Террорблейду, опять же, с новым патчем, вышел замечательный артефакт. Это вот этот Infused Drain Drop. То есть Террорблейд очень сильно страдает от магии. Если купить вот эту капельку, то можно из него просто бронемашину сделать. Верно. И при этом я также добавил, что, ну, сам по себе Террорблейд, он довольно-таки уникальный кэрри. Если ему чуть-чуть позволить разогнаться, он, ну, получает буквально там в рейсбан, так, вилку и, может быть, ПТ-шечку, ну, или там что-то еще, то этот герой может фармить леса, может убивать эншентов, может делать абсолютно что угодно. Главное вот дать... пушить. Да, главное дать для него хороший старт. Потом его будет уже, ну, нереально взять. И Юхомы прям так серьезно взялись за агрессию. Они... Троллбой, да, вкачали, теперь он может смело стоять один. А в это время Enchantress, посмотри, какой хороший пуш демонстрирует с крипами. Да, классно, заходит. Вингат вообще первого уровня на 6-й минуте пришла. Где ты вообще бегала, подруга? Что с тобой случилось? Где тебя судьба так потаскала? Бегут за Леончиком. Леончик, беги. Enchantress бьет. Вайпер также убивает. И замедления, я так понимаю, не хватает, что он выжил. Ну, кстати, была возможность, я думаю, зацепить там Ланема через Дженаду и Тос. Да, ну, как бы, я думаю, Vengeful Spirit прекрасно понимает, что книжечки есть, так что можно, можно побегать и первым уровнем. Ланем захиливается. Очередные дасты, но КК отступил. Не сказать, что вообще эта вышка сейчас им дает большое стратегическое преимущество, потому что теперь алхимик, ну как бы теперь крипы у алхимика будут находиться ближе к его базе. Так что он по-прежнему стоит и фармит. Ну вот сейчас видишь, ушла Инча с нижней линии, и несмотря на то, как бы там Террорблейд круто не микрил,
и не стоял там, ну, в смысле, не крепился до квапы, крипчики начали наконец доходить. Она поднимает уровень, скоро уже будет там пятый. Это значит, что появится немножко магии, которую боится, мы напоминаем еще раз, Terror Blade и Enchantress. Так что квапе тут много тоже не нужно будет. Ей, по сути, там, да, 6, 7, 8 там уровень, она уже сможет классно драться. Да, она при этом, если еще пожелает, может зафармить вот эти стаки, которые, кстати, прекрасно разбирают так где-то левели на 7. Ну и при этом, опять же, мы с тобой отметим, что она здесь слишком хорошо себя чувствует на карте, так как реально вот от, ну, от стана Винги она может сделать блинкаут. Ну а Ravage на хардовую квапу не всегда хочется тратить. Все-таки надо убивать кого-то другого. Да, согласен. Баунти Хантер вновь находит Enchantress. Инча поднимает там 4 уровень, БХ 3,5. Кстати, у нее тут есть апсы, пачечка. Но пока он еще не придумал, куда бы их поставить. Тут просто какая-то вакханалия происходит. Там тройной спаун, куда уводят крипов. И опять папа остается без лишнего опыта. Но с того Баунти Хантера будет, возможно, немножко подхалявить. Хотя он туда не рискует идти. Так. Серый коннектится. Я, наверное, тоже сейчас быстренько перезайду в игру. Да, плюс один. Потому что жутко все лагает. Да, тут тем временем, раз уж Ехо мы смогли одолеть вышку снизу, то самое время забрать ее и справа. Может быть, у них это получится. Тут есть такой весомый герой Terror Blade, который, как бы это смешно ни звучало, является еще и одним из крутейших пушеров, потому что иллюзия носит Ну, короче, огромное количество дэмэджа. Огромное тут. 160 у него, при этом еще там иллюзия бьет. У нее там, по-моему, небольшой штраф. Ну, пока 40%. У иллюзии дэмэдж сейчас 40% на втором уровне прокачки. Ну, там, считай, половину своего урона. Половину там от 160 очень неплохо. Нападение на Вайпера. Хао получает стан. Не успел он прожать рейдж, кажется. Да, но в итоге Вайпера тут съедают. Да, Ластилеру нужно бежать. Terror Blade очень больно наваливает Old Eleven. Возможно, на Old Eleven стоило напасть. Все-таки у него там ультимейта не было. И вышка падает. Падает вышка, падает Ластилер или он. Слишком хорошо для Ехом вот в начале, слишком хорошо все. Ну, плюс алхимик вкачал 4-ю медальку, ну, монетку вместо 4-й тучки. Жадина! Да, я бы сказал, что, может быть, бы он вообще помог бы своей команде, если бы пришел, кинул ее. Все-таки фармом это хорошо, но тогда нужно такие вышки, наверное, и вовсе отдавать, если Ехом и всей команды наваливаются. Ну да. Так, ладно, я быстренько сейчас перезайду, потому что там у нас был экшен. Так, ну и алхимик. Алхимик пока имеет внушительный старт. У него довольно-таки много голды, учитывая то, что он стоял один на один против Вайпера и его активно гоняли. Имеет 1000 сверху, армлет, солринг, отличный результат. И теперь уходит в леса, где можно... Ну, где стакает сам себе, кстати, классно стакает. Ну и на месте Юхомов, по идее, вот то, что они сделали в центре, то, что они сделали снизу, теперь самое время идти, ставить варды в лес и искать алхимиков. Все. Потому что если этот дядька разгоняется, то потом останавливать его сложно. Вот я помню, у Na'Vi на виплее был подобный прецедент. Так, у нас сейчас тут Ассиасайса пытаются убить. У Леона 6 пока еще нет, но тут Квапа приходит, и Тайтантера должны забирать. Да, взрывается он. Так вот, у Na'Vi был подобный прецедент против Алхимика. Они правильно все делали на старте, то есть они его точно так же давили. Потом пришли, отжали у него стайки, вот где я сейчас ему фармил. И после этого было буквально минут 5 простоя, и алхимик уже вышел там в 3000 отрыва по нетворсу. Хотя до того момента он был, ну, шел вровень. Да, и сейчас мы видим то, что у алхимика все хорошо, он продолжает пылесосить свои леса. А вот Ньюби, вот то, куда они пришли, вот это странное решение, вот где они здесь стоят, кого они здесь хотят найти. Наверное, собирается ловить тех, кто собирается вот идти дефить вышку. Слушай, у них может получиться, потому что на рампу ты точно не ожидаешь увидеть там таких вот ребят, да, успевает упрыгнуть. Ну вот об этом ты и говорил. Ну да-да-да. И вышку лучше отдать. Ну все, не надо. Ну как бы вышку заберут, прибежало сюда 4 героя, в это время Ластилер пушит вверх, да и Алхимик мы видим то, что занимается своими делами. И в целом, как бы, ну голда голдой, но при этом мы видим, что по нетворсу Ньюби даже лидирует. Так что, я бы сказал, если выбирать между вышками и Алхимиком, я бы выбрал убить Алхимика, чем бегать за вышками. Не, ну если не собираются останавливаться Ехом, например, если они сейчас вот заберут еще Т2 там по центру, например, и потом пойдут на Рошана, и заберут Рошана, и потом пойдут, я не знаю, там где-то давить, то тогда все будет окей. Кстати, как погиб Найкс вообще? А, он решил не юзать рейдж перед ТП. А, просто решил, типа, так его сделать. И минус. Ну смотри, Дим, вот, а ты когда, например, играешь на турнире за... Лям.
За лям. За три, ну, ляма. Да, уже за три ляма. Да. То есть, и ты делаешь тупаут на лайстилере. В принципе, неважно куда. То есть. Согласен. Ну, можно, наверное, поражать. Да можно, можно, я тоже не, думаю. Не, а может быть он ману экономил, слушай. Он как бы, понимаешь, что он без маны улетит вниз, и что он там будет делать? Как он теперь без, сколько там, без 75 маны? Он экономный, он экономист. По-любому надо его таланты будет потом в этом направлении. Не, ну сэкономил он 100%, потому что на его смерти нажился тот же Террорблейд. Вот там Энчантрес умели очень хорошо, как раз Леон демонстрирует свое вот пока прямое предназначение вырубать эту козу. У него очень круто получается. Плюс Баунти Хантер сейчас получит уже уровень 6. А ну-ка, книжечки. Ну там книжечки. Ладно, у БХ денег нет. А тут, и тут есть книжечка. Тут... И там есть книжечка. Везде есть книжечка. Ну ладно, 12-я минута еще не критично. Твинга и так сейчас 6-й получит без лишних бустов. Ну без и... мам, папа, кредитов. И хомы пошли. И хомы пока продолжает отжимать вышки. Вышка тир-1 сверху тоже упала. И при этом еще забрали лайстлера. Вот это уже получше, когда ты забираешь дополнительно и героев. И Ньюби понимает одну простую вещь, что им драться сейчас нафиг не надо все-таки. Под реваджем, под крипами Enchantress, кто его знает, как игра может пойти, учитывая то, что у тебя алхимик с радиансом. И надо продолжать использовать неуязвимость своих героев. Я вот тут подумал про неуязвимость. Вот мы с тобой поговорили про Queen of Pain, а лайстлер он почти такой же. Он, если вот увидел где-то героев, если он где-то увидел Вингу, допустим, снизу, все, он может идти поверху, и никто ему не сможет убить. Никто. Рейдж, топ-аут и изи. Ну, все не так просто. Рейдж надо нажать. Да-да-да. Надо понимать, что есть свои подводные камни. Ну, да, если без шуток, то все верно. То, что только Винга, по сути, может ему там сбивать телепорты своими слапами. У нас вылазка на Вайпера. Странно, странно, очень рискованно. Очень рискованно нападает на Олд Чикена, но успевает он закинуть свой ультимейт. Подходит сюда Ice, поэтому забрать Баунти Хантера, но Баунти Хантер убежал. Ну, слушай, тайминги были очень крутые. Почему? Потому что у Тайда было 5 секунд кулдауна на Ревейджа. Успели, успели. Так, и Вайпера чуть не хватило, чтобы до вышки добежать. Нашли ладно. Да, встретили по Баунти Хантера, хоть как-то разменялись, и то приятно. Там косарик за БХ получили, кстати. А Лайстиллер в это время съедает Энчантрес. Ну вот еще один герой, который очень хорошо с ней справляется, помимо Леона. Все-таки Найкс за счет рейджа ее просто не ощущает. Подходит Тролл Блейд. В очередной раз у него нападает, но в этот раз у него рейджа просто был кулдаун. В итоге разменялись один в один, но в целом Лайстиллер очень много работы сделал. Он забрал Энчантрес здесь и при этом еще выбил кулдаун Реваджа из Тайдхантера. Не знаю, зачем он вообще его взял, наверное, и так могли забрать. Вот. И теперь Ньюби чисто теоретически могут подраться. Правда, Чуань вот обалдел вообще с того, какой дэмэдж в него вписал Тролл Блейд. Это что-то невероятное. 191 плюс 66 на 14-й минуте. Да, это при том, что у него, по сути, там барабан и Яша ПТ. Да, это получается как, не знаю, как будто ты какая-то Лина и, или, не знаю, короче, ты кидаешь нюк с каждой своей тычкой. Вот каждая, да, твоя тычка равна по силе нюку сейчас. И решили, ну, дефить. Леону примерно так и заходит. Слушай, тут сейчас могут окружить вообще ребят. Есть шашка, межлопатка Олд Чикена, на него набрасывается сейчас вайпер. Еще один тос сейчас может быть очень мощный. Да, Олд Чикена забирают. На Олд Элевена вообще внимания не обращают. Вот только сейчас попытаются его убить, и не получается забрать Террорблейда. Ну, красиво, красиво. Ньюби понимали, что без Реведжа, естественно, и хомом, по-моему, нечего в драке ловить. При этом сам, ну, сам герой с Реведжем бегал очень далеко. Да и Ланем он решил не поддерживать своих ребят в атаке. И получилось так, что ребята слишком сильно верят в свои силы. Ну, нельзя идти пушить втроем, это против там правил. Там еще и треки. Не будем забывать то, что там 2 трек-килла, это очень сильно. Там, понимаешь, фишка в чем? Вот я вспоминаю, у нас была когда тоже такая игра. Алхимик фармит, когда у вас идет жуткий простой. Сильнее, чем вы. Баунти Хантер фармит сильнее, чем вы, когда идут драки. И в итоге тут получается, что бы на карте ни происходило, если это все идет там с эффективностью примерно 50-50, то за счет своих героев Ньюби просто, ну, больше денег зарабатывает. Да, и в итоге они стараются продолжать навязывать замесы. Выходит на Vengeful Spirit, вешает трек, подходит алхимик. Как же больно он пробивает этого вайпера, как будто, не знаю, там пассивки Меки и вовсе не было. И побежали дальше. А Террорблейд оставили, кажется, в покое. Там нож ему в спину засунули и отправили его к себе на базу. Пора, наверное, КПА отсюда улетучиваться. А, там эдшинты стоят. Они такие сладенькие. Для алхимика. О, угнал одного из эдшинтов. Слайстиллер. И тут Айс понимает, что можно и суицид потратить. Летит дракон. И Айс без задней мысли
Видимо, даже не предполагает, что там ластилер сидит. Так, хорошо. Энчантрас пробивает своими петусами. И нормально. Нормально забрали Баунти Хантера. Часть стаков Тайдхантер тоже взял себе. И после этого еще и отступили. Отступили все. Все же, да. Все же пока Террорблейд себя чувствует неплохо. Вот 4000 преимущества у Ньюби есть. Но они почти все в руках там Алхимика Лайфстиллера. То есть там по суппортам разницы вообще практически никакой мы не наблюдаем. Террорблейд не отстает. Это важно. То есть, если Террорблейд не отстает по артефактам, это крайне сильный персонаж. Да, это значит, что если вообще любой герой не отстает по артефактам от алхимика, у которого там часть своих скиллпоинтов, ну и часть артефактов, нужны только на фарм, то это хороший знак, что вы можете сейчас и удачно подраться. Потому что алхимик, ну, немножечко слабоват. Ему нужно много времени на разгон, потому что там какой-нибудь, не знаю, фокус дали ему, 1000 хп. Ну ладно, он включит армлет, но все равно можно будет его убить. Там все скинулись по тычке, и он уже почти погиб. Вот, надо наказывать. Ну, сейчас смотрю, Space Creator для Лайфстиллера, который занимается пушем топа, да, вот как раз пошли пинги туда. И у Лайфстиллера тут что, фейзы Сия, ну хороший билд, как раз такой мобильный получается, Найкс. Да, чтобы добираться. Как мы с тобой уже отмечали, для Ластиллера не так важно там иметь какое-то количество артефактов. У него почти всегда хватает дэмэджа, там, пассивочек, армлетик, да и сам по себе рейдж ему очень много дает. А вот добегать до Вайпера с его ультой, да и до того же Торблейда, это на вес золота. Ну да, это может быть проблемка. Тем более против Вайпера это может быть серьезной проблемой. Нужно как можно шустрее становиться. Кстати, и Вайпер. Вайпер что-то совсем тухлый. Ну, Вайпер, да, то есть так получилось, то, что как-то Old Chicken вроде бы, ну, так нормально постоял, все у него было хорошо, но вот эти вот атаки, когда он идет со своей мекой, они идут втроем умирать, они приводят к тому, что киллов он вообще в этой игре не увидел, ну и при этом у него 4 смерти. Для... И при этом герой очень плохо фармит сам по себе, то есть у него нет никакой приспособленности к этому, если он там ранний Майлшторм, например, не выфармил. Да, крипов он бить вообще не может. Ну да, я бы сказал, вообще любой артефакт, который просто помогает фармить. Потому что та же мека, она вроде бы и есть, но бегает он медленно, сам по себе, тычка у него не так хороша. И Аегис, ой-ой-ой-ой-ой. Как же сейчас будет легко для Ньюби защищаться. Правда, бросили Ластиллера вообще все. Ластиллер без ТП бежит на базу, хотя я думаю, что он в кого-то сядет и заезжает инвест. Это может быть серьезной ошибкой, потому что часто вышка упадет. Ну, база горит сильно, да. Вышка падает, и Ластиллер пошел. Давай, в бой. Один в пятерых. За Энчантрес. Он идет, один в пятерых. Энчантрес он уже нашел. Энчак не пытается спастись, но у него может ничего не выйти. Ревейдж замечательнейший! И Вайпер держит пока что, зонит очень жестко на Икса. Нет, на Икс спрятался. Тут Алхимик начинает убивать Тайдхантера. Тайдхантер вроде бы уже всю свою задачу выполнил. Олд Элевен разваливается и пытается сделать депо от Фенрир. Будет Сюрикен Тос, минус Венжфул Спирит. Продолжается погоня еще и за Вайпером. Вайпера также убивают. Безнадега. Да, безнадега, ну, очень хорошая драка. Лайфстиллер танковал, а Игис себя реализовал полностью. Ну, там, если... Аигиса еще и не выбили. Не, ну там хорошо получилось, он так прям вошел, один в четверых. Энчантерс убегала, Винга старался ее подсейвить. После этого еще и Террорблейд весь свой дэмэдж вписывал в Ластиллера. И очень удачно получилось то, что в это время шли мимо крипы. Он прям вот в них сел, как в такси, и поехал, ожидая своих союзников. Кстати, вот мы забыли про одного из персонажей в этой игре. Это Леон. Чем вообще примечателен Леон Ачуани? Во-первых, он нанес 18 урона за эту драку. Да, да. А во-вторых, это герой, который независимо от расфармленности Террорблейда убивает почти все его иллюзии двумя кнопками за секунду. Это очень тоже важный момент, поэтому вот я только что смотрел, Террорблейд просто не может на рампу даже зайти. Да, я бы еще сказал, что он вообще выжигает из него ману, и Террорблейд даже не может использовать свой ультимейт, который навязывал это в большинстве ситуаций. Пока не вкачает 16-й. Потом будет попроще. Ну, что вот, нехорошее. Если сейчас дамаксит себе монодрейн, то с кулдауном в 4 секунды, то есть он реально за драку две иллюзии высасывает совершенно спокойно. Да, это, наверное, причина вообще, почему этого героя берет редко, но тут нападение на алхимика, старается его убить. Неужели? Ну, почти. Е-ей! Ну, почти. Кстати, он почти выжил. Будь у него манта, он по-любому бы убежал. Ну, на манту он уже нафармил, да, она у него там в инвентаре валяется. Ластиллер в это время продолжает пушить топ. Да, Говори. Тут подходят все, да. Вот прям мысль пошла, хотел очень сильно ее озвучить. Так вот, это, наверное, и та причина, по которой Террорблейда пикают довольно-таки редко. Потому что как бы он не был хорош, но почти
в большинстве случаев его сила реализуется за счет иллюзий. А в Доте так получилось, то, что в нынешней мете очень много популярных героев, таких как Клеон, например. Они эти иллюзии убивают, имея, допустим, в инвентаре один сапог. А можно даже и без сапога. А можно и без сапога, да. То есть этот герой пока Торблейда затыкает полностью, и походу, что и Хому нужно его вырубать. Лайтсливер убегает. ТП, 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 ТП. А там Винга, никуда он ТП свое не сделает. Его нашли. Даже Саша Яши не помогает. И Лайтсливера забрали. Аегис минус. Да, Аегис минус. Что там по Рейджу? Рейдж появится буквально через секунду. Успеет ли он его тут нажать? Леон прыгает. Слушай, Рейвич, правда, так заходит в троих. Лайтсливер под Рейджем начинает загрызать Фенрира. Также Алхимик подкрадывается сзади. Queen of Pain. Sonic Wave по двоим. И Айс понимает, что дело пахнет жареным. Тайтантером пытается убежать, но его просто догоняют. Слишком быстрые герои. Минус 4. Дело пахнет жареной рыбой. Да. Арбузом жареным. Не знаю, правда, как пахнет жареный арбуз, но я думаю, Айс уже в курсе. Так, ну дальше мы видим, что у Юнюби теперь уже все просто сногсшибательно. Они лидируют по голде 10 тысяч, боже мой. Вот буквально, вот, ну как бы было все нормально где-то 5 минут назад, а теперь у них несметное количество денег, и при этом Алхимик сейчас такой, что его походу вообще не остановить. Ну потому что иллюзии, и вот Ехомом, у Ехомов нет такого героя, который вот кроме Enchantress отлично справляется с иллюзиями. Да, вот он вот отрывает иллюзию во вражеский лес, еще одну иллюзию фармит абсолютно везде. И каким бы Торблейд теперь не был Иисусом, ну, если он такой, то, по-моему, он уже этого алхимика не догонит. И нужно как-то... Ну да, вот там 6 тысяч разницы, это просто нереальные какие-то сейчас цифры. 23-я минута только идет у нас на дворе. Вот можно подключить гол per minute и немножко офигеть с того, что у алхимика там сейчас 850 ГПМа. Ну, и он будет только улучшаться, потому что до этого времени у него был просто Радианс без манты и тревелов. Ну да, то есть сейчас он еще и более мобильный, естественно. Да, ну, наверное, на месте Ехомов надо как-то смоки сжать вообще все, которые остались, и со следующим Реоджем идти тащить, потому что я не вижу вариантов, как же они будут в лейте побеждать. Ну, выходит Хао, нападает опять на Ланему. Ланему он съедает буквально там с 4 укусов. Инча либо просто убегает и ничего не может сделать, либо... Хотя, слушай, сейчас Хао на контратаке. Выжил, загулял Хао, в итоге его... убили. Не знаю, зачем он прям вот за Enchantress так бегает по КД, но потому что было видно в прошлом заместе, что дэмэджа Хао не хватает. Enchantress умная, Enchantress адекватная, Enchantress шарит, что, ну, пассивочку нет смысла качать там на максимум. Вместо этого лучше качнуть себе вот этих вот виспов. И эти виспы его захиливают на максимум. Вот так. Все верно, все верно. Очень грамотное решение. Тут находят у нас Вайпера. У Вайпера высосали ману, и Вайпера тоже, собственно, высосали. Как тебе артефакт Вайпера на 24-й минуте? Мидас? Да, ну, я не знаю, вот если бы не было меки, я бы сказал, что Мидас нормально. Но когда ты покупаешь меку, чтобы идти убивать 5 на 5 и пушить, а после этого таришь Мидас, это уже такой жест отчаяния. Ну, вероятно, считают, что вот все сейчас будет очень плохо, игра затянется, может быть, получится как-то вытянуть в лейт, и, мол... Нет. Ну, нет, да. Мы думаем, что тут уже не та игра, чтобы он прям, ну, смог закомбейчиться с этим артефактом. Ну, посмотрим, что произойдет. Троллейд тем временем у нас старается как-то активно использовать свою манту, старается он отбросить Ньюби назад, тут бегает Свингой. И, кстати, Свингой-то, если свапнуть, дать станчик, то кого-то можно и разорвать очень быстро. Если это, о, я придумал стратегию. Террорблейд на 100 хитпоинтах. Идет, Винга свапает, он свапает хитпоинт и фраг. Да, да. Раньше, я помню, эта стратегия была другой. Там ты бегаешь с догоном 5, точнее, ты бегаешь с лотаром, с догоном 5, коцаешься специально до 100 хп и бегаешь, убиваешь людей в соло. Как тебе? Такой нюкс ассасин. Не, ну это тоже прикольная штука, но я про то, что вот этот план, который я предлагаю, его, в принципе, реальнее реализовать. Да, ну ладно, можно догон один. Если ты прям ювелирно себя покоцаешь до 100 хп, то можно и тоже убить. Он тоже проблема, реально. Слушай, вот во всем этом плане есть одна маленькая проблема, прям совсем маленькая. Да. Как себя покоцать до 100 хп, если ты шестислотовый террорблейд? Ну вот в этом есть небольшая проблема. Да, раньше как-то не было у него такое большое количество армора. Сейчас даже это представляет. Сейчас ты просто придешь на 4 полста спаун эншентов и будешь стоять там минуту.
Так, находит Баунти Хантера здесь, но он успевает уйти с блинка. Кстати, тоже крутое приобретение от КК. Ну да, против Тайда, против Винги, пока там их дизейблы будут летать, ты всегда на реакции уходишь. Поэтому молодцы, Ньюби. Ну, КК вообще, я не знаю, вот я смотрю на него, даже несмотря на то, что у него 3 смерти, но 13 ассистов имеет, по-прежнему восхищаюсь этим пареньком. Он продолжает, ну, как бы мыслить нестандартно. Да, потому что обычно там берут... Начнем форс. С того, что он мыслить продолжает. Мысли. Это да, важная да, штука. Уже... В плане нестандартности это как раз вот, ну, отдельный уже разговор. То есть, возможно, вот так мыслить это и есть стандартно, просто остальные как-то совсем шаблоны въелись. Ну, ладно, у нас тут выход от Алхимика. Находят всех, Ехоум пытаются убегать, но без вариантов. Просто разрыв. Алхимик рубит, довольно-таки большой перевес у него есть. Хорошо сделали вылазку Ньюби, зашли прямо в спину. И даже несмотря на два реведжа Тайда, большая часть команды уже мертвые. И Ньюби ставит жирную точку в этой игре. Очень красиво. Понимали. Да, понимали, что, ну, конечно, Тайдхантер.